Новое клубное мобильное приложение для вашего смартфона. Покупка билетов онлайн, календарь матчей, последние новости. А главное, наша онлайн-игра. Отвечайте на вопросы, делайте прогнозы, набирайте очки и выигрывайте призы. Играет команда, играете вы. Об игре скажу так, что были два разных тайма. Первый и второй. Но прежде всего это связывалось с психологией. Потому что это мое мнение сугубо, потому что с ноября месяца не было побед. Вот, и когда забили гол, все-таки подсознание сработало, чтобы как бы удержать это преимущество. А в остальном я доволен игроками, футболистами, вот, как они бились на поле, сражались и добыли 3 очка. Хотя я еще за 2 дня до игры говорил, что игра будет тяжелая. Вот. Знал, что Уфа приедет играть от обороны. Мы предполагали тренерским штабом. Так оно и вышло. И с психологической точки зрения Уфе было легче играть против нас. В том плане, что сыграли в ничью, хорошо, выиграли, еще лучше. Проиграли, никто их винить не будет, потому что не играли на выезде. Я доволен его действием, вот, но видно было, что он не прошел с нами сбор. На сборах его не было, раз. Во-вторых, он с нами всего 2 недели, вот, еще нет такого взаимопонимания. И было видно со стороны, что он минут за 30 уже немножко подсел физически. А так я доволен первой игрой. Ну, во-первых, я зашел в раздевалку, увидел, что ему массажисты растирали икроножную мышцу. Вот. И как бы с этим проблема. И во-вторых, то, что надо было Влада Игнатьева уже посмотреть хотя бы тайм. Потому что он до этого выходил на замену за 25 минут. Так я скажу, у многих игрокам вообще проблем, вопросов нету. Только вопрос я могу поставить, задать себе.